Отлично, десант. Дальше Скар справится сами. Принято. Покончите с этим. Заставьте нас гордиться. Понял, штаб-сержант. Готовь боевой раскрас, Рейс. Покончим с этим дерьмом и поедем. Один-один, выполняем другую задачу. Прерываем выполнение, идем к вам. Есть попадание. Нужно прикрытие. Мы прорываемся в тупик. Закругляемся на Грозина. Принято, чума. Очистите воздушное пространство. Тогда мы сможем уничтожить тупик. Берегись, в бой вступил Эйджек. Ничего не слышно. Пока ничего. Они в порядке. Надеюсь. Надежды недостаточно. Нужна вера.
следим, как взорвется эта башня. Иди вдоль трубы, наслаждайся фейерверком. Зажжем эту свечку и домой. Отсюда, пока они не нашли нас. Так точно, Рейдер. Командуй. Все Скар, на старт. Принято. Возвращаемся на базу. Система запуска работает. Вперед. Зажигание. Тяга штатная. Возмездие. Полетели. Принято. Запускаю двигатели. Возмездие. Рубеж 19 тысяч. Поднимаемся. Принято. Полтора маха, рубеж 35 тысяч. Радар что-то засек. Капитан, подбит! Выравнивай, давай! Заклинило насмерть! Давай, давай! Он у нас на хвосте! Маневр уклонение! Работай, ну же! Я иду! Двигай уже на возмездие. Рок, жми на газ, мы прыгаем. Есть, сэр. Роза, кубит. Капитан, пора к этому делу. Нет, я вас вытащу. Столкновение неминуемо, надо прыгать, сэр. Тревога, тревога. 1-1 прерывает полет. 1-1 Возмездие! Выходите из боя! Отступайте! На подходе еще несколько! По нам стреляют из всех орудий! Выходите из боя! Сейчас же! Нет! Мы вас не оставим! Крок! Уходи! Это приказ! Понял, сэр! Мы вернемся, Рейс! Ты слышишь? Мы тебя найдем! Попутного ветра 141. Капитан, ваш капитан. Меня задело в кабине. Левый рукав порвался. Тревожные новости, сэр. Капитан, что мне делать? Оставь, Итан. Не могу, сэр. Моя задача — это вы, капитан. Кто это сказал? Я техническое средство, сэр. Расходный материал. Нет, нет. Ты мой брат, Итан. Вас говорящий брат – робот? Именно так. Тогда я красивый, а вы умный, сэр. Не вопрос. Похоже, вот и все, напарник. Кажется, я боюсь, сэр. Я тоже. Не отключайтесь, сэр. Капитан! Капитан! Капитан, слышите меня? Капитан Рейс, сейчас очнись. Вот так, матрос. Открой глаза. Я Феррон, капитан Тигра. Пульс стабилизируется. Состав крови в норме. Это Брайант Линк. Он санитар Тигра. Где Итан? Здесь, сэр. Вы в челноке Тигра. Я возвращаю вас на возмездие. Корабль. Мои люди. Корабль в надежных руках. Помогите ему. Возмездие здесь. В целости и сохранности. Кто связался с вами? Лейтенант Солтер. Она запросила у адмирала спасателей. Но он счел спасательную операцию слишком рискованной. Рейнс не одобрил эту идею. На войне нет друзей, Рейс.
Может, я поступила эгоистично, но я не хочу прорываться отсюда одна. Я отправила пилота и двух наблюдателей на ваши поиски в район аварии. Как мы рассчитали радиальную скорость? Гравитационное сопротивление и, конечно, удача. Руки Итана пришлось разжимать. Они примерзли. Он до конца защищал капитана. Ты герой, Итан. От безысходности, капитан. И к тому же скромный. 5 секунд. Спасибо, Феррон. Вы спасли нас. Мы с вами связаны, капитан. 50-процентные потери недопустимы. С возвращением, капитан. Мы даже и не надеялись, Феррон. Рассчитанный риск, лейтенант. Я возвращаюсь на Тигр. Нас ждут дела. Осторожней с ним. Капитан, я сам могу о себе позаботиться. Итан, иди к Мак, пусть проверит тебя. А как же вы, сэр? Обо мне не волнуйся. Иначе не умею, сэр. Солт, я знаю, ты... Ты готов? Всегда. Экипаж ждет вас, капитан. Пошли, Рейс. Капитан на мостике. Сэр, адмирал Рейнс на линии. Рейни время не теряет. Давайте. Люки задраены. Рейс, чертовски рад видеть, сынок. У меня есть секретная информация только для тебя. Свяжись со мной из своего кабинета. Есть, сэр. Связист. Соедините адмирала с кабинетом капитана. Есть. Соединяю. Слушаю, адмирал. Новые данные об атаке на систему Атис. Мы провели полное обследование агента СДФ, известного как Рая. У пленника обнаружено вживленное устройство. Транспондер. До сих пор работает. И что он передает? Разбираемся. Кстати, я сообщил Солтер о ситуации, требующей твоего внимания. Война в разгаре, капитан Рейс. Поражение невозможно. Отбой. Защищенное соединение прервано. Благодарю вас. Рейс, подробные данные у тебя на терминале. Или возьмем другое задание. Это секретный инструктаж, касающийся военнопленного, захваченного в Женеве. После того, как против нашего флота применили Атис, оперативник, известный как Райя, попытался уничтожить всю систему. Это могло лишить Землю защиты от воздушных атак. На данный момент неизвестно, может ли система быть уничтожена из другого места. Буду держать тебя в курсе всех изменений. Конец связи. Сегодня фронт начнет великий поход. Здесь и сейчас мы положим конец власти и влиянию ненавистной земли. Наш мир только рождается. Их мир умирает. Мы вырвались на свободу, а теперь вырвем их с корнем. Сегодня их города сгорят вместе с их историей. Марс вечер. Тут были гости из бюро огнестрельного оружия. Не слышал? А что случилось? Наши предприимчивые русские братья провернули небольшую сделку со своими канадскими друзьями. Показательный хоккейный матч с распродажей армейских... Карта обновлена и готова к использованию, капитан.
Тигр отправляется. Хорошего полета, Феррон, и удачи. И вам, капитан Рейс. Стратком поставил новую задачу в районе Меркурия. Кроме того, доступно еще одно задание для пилотов.